Всем здравствуйте! Стало известно, что программа, которую много лет вел Максим Галкин, вновь возобновляет свою работу. Вот только уехавшему шоумену нашли замену. Юмориста продолжают отменять в стране. В конце февраля ведущий опубликовал скандальный пост и вместе с Аллой Пугачевой и детьми покинул столицу. Максим лишился всех рекламных контрактов и концертов на родине. Сейчас, став израильской пенсионеркой, супруга юмориста будет получать выплаты в размере 85 тысяч рублей. Отметим, что такую сумму звезда может потратить на один поход в продуктовый магазин. Кроме того, владеющие недвижимостью жители Израиля должны раз в 2 месяца оплачивать налог на землю, который превышает пенсию, так что Галкину придется упорно работать и содержать семью. Вернемся к нашумевшим съемкам. Так кто же будет новый ведущий проекта? Пока это держится в тайне. Для того, чтобы телевизионное начальство сделало окончательный выбор, обычно снимают несколько передач с разными звездами в роли ведущих. Этот формат подобные поиски легко допускает, особенно перед летними телеканикулами. В кулуарах на эту роль пророчат главного кандидата Дмитрия Борисова. Поговаривают и о Дмитрии Деброве в этой роли, и даже о том, чтобы сделать пару меняющихся ведущих. Скорее всего, в эфире появится много знаменитостей. Результат увидим уже в субботу. Сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что звездная семья Пугачевой уехала из страны из-за проблем, которые свалились на ее супруга после нелестных высказываний. Это подтвердил сам артист, когда заявил, что у него рухнула вся работа. Сейчас Максим дает выступление в Израиле, но что со звездной семьей будет дальше, пока неизвестно. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!